Кировчанам стоит воздержаться от купания в Вятке. Вода не прошла проверку Роспотребнадзора. Подробности далее. Наш эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». Специалисты Роспотребнадзора проверили качество воды в местах отдыха. Всего было отобрано 24 пробы. Воду проверяли на микробиологию и наличие паразитов. В Вятке у городского пляжа, у нового моста в районе водозабора и в реке Быстрицы вода не соответствует нормам. В каждом районе области начинается строительство посадочных площадок для вертолетов. Машину санавиации и средства на ее содержание выделит Минздрав страны. В самом Кирове создадут сразу 3 вертолетные площадки. На территории Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии, а также у областной клинической больницы места для посадки вертолета появятся уже в июле. Чуть позже площадку оборудуют на Ульяновской. 500 тысяч доз вакцины против бешенства на днях поступило в область. В течение месяца препарат разложат по территории районов, где в этом году фиксировали заболевших животных. В областном центре примерно 15 тысяч доз вакцины разместят вблизи свалок, сельхозпредприятий и на территории охотничьих угодий. Отметим, на днях новый случай бешенства зафиксировали у собаки, которая содержалась на базе отдыха в Юрьянском районе. Конкурс на лучший двор объявляет теруправление по Ленинскому району. Члены жюри оценят творческий подход к оформлению придомовой территории, чистоту, красоту газонов и детской площадки. Заявки на конкурс «Отличный двор» можно подать с 1 июля по 31 августа в территориальном управлении по Ленинскому району Новоровского, 79.